За 3 дня участники туристско-образовательного проекта «Достояние энергетики» Брещина побывали на наиболее значимых объектах региона и пообщались со старшими коллегами. Проект реализуется молодежным советом Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности. Он позволит молодым специалистам получить более полное представление о выбранной профессии, погрузиться в специфику работы как крупных предприятий, так и отрасли в целом. Заключительным предприятием для посещения стал литейный механический цех открытого акционерного общества «Брестгазаппарат». Когда у тебя есть такая уникальная возможность быть газовиком, и ты имеешь возможность посетить вообще в принципе всю энергетическую отрасль, этим, ну, не в принципе, а вообще нужно пользоваться. Когда ты работаешь в маленьком кабинете и чувствуешь себя частью энергетика, и потом посещаешь такие огромные предприятия, где видишь весь масштаб работы, весь масштаб того производства, прям несешь гордость за то, что ты работник энергетической отрасли. Это уникальная возможность посетить предприятия нашей отрасли и понять изнутри, как это работает. Не теоретически, а практически увидеть, как создаются те же детали, как производится электричество, как оно транспортируется, газовая сфера. И немаловажно встретиться с топовыми менеджерами этого производства и понимать, куда мы движемся, задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Посещая литейно-механический цех «Гефеста», молодые специалисты ознакомились с применением горячей штамповки и алюминиевого литья, где изготавливается корпус крана и газовых горелок. Будущие энергетики и газовики смогли увидеть новейшее оборудование и как изготавливаемая продукция позволяет предприятию эффективно решать вопросы импортозамещения. У нас здесь присутствуют самые современные технологии, новейшее оборудование, литейные комплексы по изготовлению данных смесителей. Для молодежи это будет интересно. Так как это наше производство новое на данной территории, мы открылись в 2020 году, 1 декабря, поэтому экскурсии нас часто посещают, и мы сотрудничаем с техникумом нашим политехническим, нам приезжают студенты, проходят у нас практику. Соответственно, в дальнейшем, если студенты себя показывают с лучшей стороны, мы их принимаем на работу, обучаем, они получают профессии. Кроме того, что они получили профессию, при работе здесь уже они обучаются и получают дополнительно несколько смежных профессий. То есть они могут работать как на одном, на двух, на трех единицах различного оборудования. Именно за молодым поколением энергетиков будущее всей отрасли, поэтому проект «Достояние энергетики» продолжит свое путешествие по регионам Беларуси.